Оставшуюся партию опорных несущих конструкций 45-тонные мостовые балки начали доставлять в Пинский район. С сентября прошлого года здесь, на 47-м километре автодороги Р-8 направлением Лунинец-Пинск, ведется реконструкция моста через Ясельду. Старый простоял более полувека. Время и ежегодно возрастающая нагрузка сделали свое дело. У моста просел металлический пролет. Было принято решение о его реконструкции. Мост разобрали, а вместо него рядом установили временный. Были устроены фундаменты, опоры моста, насадки, подферменники. Сейчас уже заканчивается последний пролет монтажа балок. Ну и остаются уже работы, как говорится, сверху. Это устройство тротуаров и мостового полотна. На данном этапе строительства МСУ-3, да и мостоотряд 58 занимаются ливневой канализацией, возведением тротуаров, монтажом балок. Согласно проекту, ширина нового моста увеличилась примерно на треть, до 10 метров. Это поспособствует большей пропускной способности. Кроме фундаментов и опор, уже смонтированы 2 из 3 пролетов. В поперечном сечении 7 балок шагом 2 метра. В новых пролетных строениях на длине цепи отсутствуют деформационные швы. Дорожная одежда на длине цепи непрерывна. Долговечность такой конструкции значительно выше, а передвижение более комфортное. По профилю моста также предусмотрены кабельные сети и система дождевой канализации. Реконструкцию мостового сооружения планируют завершить к лету. Помимо этого, также планируется выполнить переустройство моста на трубу на автодороге Лыща-Забород-Сыпучины. Планируется на данные цели направить более 1 миллиона рублей. Выполнение работ по переустройству моста на трубу позволит упростить эксплуатацию данного участка дороги. Такое инженерное решение позволит пустить водоток через уложенную поперек проезжей части трубу, поверх которой будет устроено основное и дорожное покрытие. Всего в Брестской области в 2022 году на местных дорогах будут капитально отремонтированы 2 моста в Каменецком и Вацевичском районах. Еще 3 в Пинском, мост через реку Бобрик, в Барановичском и Брестском переведут на трубы. Еще 5 мостов будут реконструированы на мелиоративных каналах. Татьяна Бугусаим, Людмила Салдина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».